Если ты не успеешь поставить лайк за 5 секунд и подписаться на канал, тогда я тебя съем. Раз, два, три, четыре, пять. Хей, ребята, всем привет! На моем канале с мультиками про монстров Тревора Хендерсона вышла новая анимация «Сравнение размеров гигантов Тревора Хендерсона». Очень прикольно получилась анимация про самых больших монстров Тревора Хендерсона. Обязательно ее посмотрите, ссылочка находится в описании. Хей, ребята, всем привет! С вами снова я, Слайкмас, Дарк, Вадим и Кукис. И у нас сегодня будет поезд на прокачку в Брикриксе. Доброго времени суток, друзья! Всем привет! В общем, да, ребятки, нас сегодня четверо. Я, вот, бегает у нас, ребята, Вадим, это бегает Дарк и Кукис. И вот такой у нас есть Трейн Итер, пояс-пожиратель. Кстати, да, ребята, это не монстр Тревора Хендерсона, это монстр Леовинцибла. Вот такой, ребят, какой-то замаскированный вагон или какой-то поезд с глазами, с вот таким вот огромным ртом-пожирателем. И вот такой, ребят, внутри манекен, жертва этого поезда-пожирателя. Это, ребят, такой монстр, который обитает на всевозможных заброшенных метрошках, станциях, ЖДшках и так далее. И нападает на людей. Он притворяется старым каким-то заброшенным поездом. На самом деле, это, ребята, монстр. Это, ребята, оригинал, обычная версия. Сегодня мы, ребята, устроим лего-битву построек, битву прокачек и прокачаем данный поезд. Прям, ребят, по максимуму. Ну и, ребята, давайте так, если вы хотите больше данной рубрики у меня на канале, где мы будем прокачивать всевозможных монстров, монстров Тревора Хендерсона, Леовинцибла, давайте мы, ребята, наберем на этой серии 5000 лайков, и тогда мы еще, ребята, прокачаем Великую Мать Мегафон, всевозможных других пожирателей, других монстров и SCP-объектов, например, ребята, еще можно прокачать Сиреноголового, Мультяшного Кота, и даже, друзья, Качков можно прокачать. Короче, да, ребятки, вот такая прикольная рубрика, и мы прямо сейчас же начинаем прокачивать Поезд-Пожиратель. Ну и мы это, ребята, сделали. Мы прокачали наши поезда-пожиратели. Вот, ребята, мой поезд-пожиратель. Вот Кукиза. А вот Дарка. Ну и теперь давайте, ребят, более подробно посмотрим. У меня такой вот большой длинный поезд-пожиратель с шипами, с множеством лапок. Ну теперь, как по мне, ребята, много стал более устрашающе выглядеть, да и сильнее правда, стал. Да, радиус обзора у тебя сильно уменьшился. Ну да, ребята, у меня теперь вместо глаз шипы повырастали. Зато теперь броня получше. Я могу таранить это противников. Да. Так, ребята, следующий Кукис. Что это? Будто, знаете, ребят, поезд-пожиратель захватили какие-то советские инженеры. Или принял коммунизм. И сделали, ребят, какой-то полутанк, полу-какой-то поезд-пожиратель. В целом, довольно-таки прикольно выглядит. Кстати, у него получается из башни. Очень даже, ребят, мощно. Очень-очень мощно реально, ребят, выглядит. Так, следующий, друзья, Дарк. Я даже не знаю, что это такое, какая-то вот такая штука с щупальцами, с какими-то, с когтями, с лапами. Короче, да, ребят, поезд-пожиратель нарастил себе биомассу, чтобы перебраться с железнодорожных путей в города и там уже кушать бобов. Да, ребят, видите, вот теперь передвигается в таких вот паучьих лапках. Лапок целых, ребята, 5 с каждой стороны, целых 10 штук. Тут вот такое вот тело с глазами и сверху голова, которая, ребят, вращается. Внутри даже, видите, глаз есть, большой такой вот. И вот такие какие-то щупальца, и какие-то лапы, какие-то когти. Так, друзья, ну и теперь испытание. Давайте мы сейчас проверим скорость. Готовы? Раз, два, три. Побежали. Ой, пополз на своих. Вообще офигели, а? Вы что такие быстрые? Я же говорю, я просто сжать эволюционировал, чтобы послушать. Ну вы, конечно, умные. С Кукизом взяли, блин, сделали колеса.
А я, ребят, на лапках так и остался. Какая-то теперь, ребята, толстая многоножка у меня вышла. Видите, ребят, здесь какие-то шипы у меня, лапки. Много-много всего. Так, давай, я до сих пор, понимаете, бегу. А, еще и перевернулся. Ребят, смотри, Дар, кстати, я перевернулся, не могу. Обратно стать на лапы. Давай закончу твои муки. Не-не-не-не, спасибо, спасибо. Ладно, ладно. Капец, конечно, ребят, многоножка. Получается, ребята, Дарк самый быстрый. Но опять же, друзья, скорость может помочь только для чего? Только чтобы убежать с поля боя. Так, ребята, давайте мы знаете, что теперь испытаем? Мы испытаем максимальную скорость наших поездов. Оказывается, мы, ребята, поезд разгоняется и 400, и 500 км в час. Потому что он, ребят, бесконечно разгоняется, но при этом очень-очень медленно. Давайте, парни, до конца карты. Раз, два, три. Давай, 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 давай. Видите, ребят? 70, 80, 90. Дарк, конечно же, вырывается вперед. Ну ты, Дарк, подожди там. Подожди, подожди. Не, не буду тебя ждать. Я очень-очень медленно, ребят, разгоняюсь. А сколько ты едешь, а? Уже 400. А, ну ладно, я тебя не догоню. А вот, ребята, да, Кукиза, реально? Смотрите, мы довольно-таки легко обогнали. Потому что я уже 300, ребят, пру. Так, главное, чтобы меня не начало носить. А если закрой карту, упаду. Все, 300, ребят, карту. 50. 370, 80, 90, 400. Еду на встречу. Давай-ка. 400, друзья, 20. О, ай, ты меня сбила. по морде тебе. Спасибо, блин. Нифига себе ты быстрый. Ну теперь, ребята, следующее испытание. Мы должны сломать машины. Вот давайте, ребят, посмотрим, насколько мы быстро с этим справимся и насколько эффективно. Так, ооо. Вы это видели? Я, ребят, разрушил полностью до основания две машины. О, и третью машину серьезно повредил. Так, возвращаемся, друзья, на второй круг. Берем ее, просто разрываем. На этом, как бы, ребята, все. Все машины были уничтожены. Как по мне, довольно-таки мы неплохо справились. Так, давайте, кто-нибудь будет следующий. Кто следующий, парни? Думаю, Кукис хочет. Давай, Кукис. Да, да, все. Давай-ка, давай-ка. Я даже вам под какой-нибудь советский гимн, знаешь, ехал. Так. Смотрите, ребят, кстати, это советские машины. Видите, милиция еще написана. ГАИ. ГАИ, да. Угу. Это, ребят, еще советские жиги, советская милиция. Вот так что. Советские, ребята, поезд-пожиратель и советские машины. Что-то пошло не так. Кукис, давай. Быстрее исправляй ситуацию. Видимо, он был рассчитан против более крупных целей. Видите, что-то совсем попасть не может. Что-то, ребят, вообще не то. А, давайте, ребята, ему поможем. А тут что-то как-то... А, башня еще, смотри, есть у него, да? Башня еще есть, ребята. Давай, Куки, стреляй. Что, ребят, происходит? Что-то у него поезд поломался, по-моему. Ладно, давайте мы, друзья, вот эту жигу уничтожим сами. Так, смотри, кстати, он один жигуль уничтожил. Давай последнюю уничтожь. Давай последнюю машинку. Что у него, ребята, с башней происходит? Так, ну что, Кукис, ты уничтожаешь, нет? Кажется, ребят, что-то сломалось. Наверное, ребят, робот старенький, уже советский. Сбой какой-то дал. Так, да. Жигу мы, друзья, разорвали. Уничтожили. Так, теперь давайте, друзья, Дарк. Кукис, ты давай пока исправляй свой поезд. Пожиратель для битв. А битвы, ребят, сегодня еще будут, обязательно будут. Никак, так. Быстро сломать или очень быстро? А, так. Все, что по мне-то, а? Отстань от меня. Давай те машины сначала уничтожь. Ладно, ладно. Ребята, ой-ой, смотрите. Вы это видите? Нет, Дарк, что ты как-то стреляешь совсем косо. Ребят, рассинхроны, понимаете? Смотрите, Дарк куда довелся, а куда в итоге снаряды вылетают. Да. Я их тогда просто раздавлю. Ты понимаешь, ты стреляешь в воздух, но навелся при этом прямо на машины. Ага. Ребят, короче, Брикрикс, как обычно. А ну-ка, Дарк, просто переспавни. Давай-ка я, ладненько. Ребята, Брикрикс, капец, конечно, кренделя какие-то выделывает. Ребят, понял. Так, ну, ё-моё. Ну, Дарк, у тебя имба, ты понимаешь? Да. Ребята, вот это, конечно, поезд-пожиратель. Не такая уж и сильная. Ё-моё, какой он у тебя быстрый. Да. Офигеть. Хорошо, давайте мы теперь, ребят, другие испытания проведем для наших построек. Ну и теперь, дорогие друзья, начинаются реально крутые испытания. Реально, ребят, мощные испытания. Смотрите, у нас есть наши прокачанные поезда-пожиратели. А есть, ребята, поезд-пожиратель до прокачки, то есть оригинал, так скажем. Так вот, ребят, мы берем каждый поезд-пожиратель, который мы прокачали. То есть я, Дарк и Кукис. Сейчас, ребят, мой, вот такой вот зеленый, смотрите, решил цвет ему изменить.
сделать зеленым. И устраиваем битву против трех поездов-пожирателей, которые оригинальны до прокачки. Ну и таким образом мы, ребята, проверим, насколько мы реально прокачали наши поезда. Насколько они, ребят, стали сильнее. Тихо, тихо, тихо. Ой-ой-ой. Так, уклоняемся, друзья. Ну! Ай, больно. Шипами прям, ребят. Ай, больно, больно. Ай, пабачару мне разодрал. А! Ребят, пока что выживаем. Танкуем. Ну! Тихо, тихо. Ребята, так, смотрите, еще минус один. Разорвали мы его. Так, давай. Ребята, вы серьезно? Мне, ребят, прям в бочину засадили. А бок это, ребят, уязвимое место у поезда пожирателя. Блин. Да бил он регенерирует сейчас, чем можно. Ребят, регенерируем. 5. Давай, черный. 4. 3. 2. 1. Убивать, убивать. Мощненько, ребята, мощненько было. Кстати, ребят, повезло то, что мне не до конца весь корпус, так скажем, разрушили, да? Все тело, ребят. Пробили. Совсем была, ребята, одна большая дырочка, и как бы все. И, ребят, после этого мы довольно-таки видели, легко отрегидили. Мало того, что мы, ребят, много теперь защищеннее стали, бронированней, чем до прокачки, так еще и быстрее, и шустрее. Видите, какой, ребят, теперь мощный, быстрый. Хорошо, дорогие друзья, давайте мы теперь испытаем поезд-пожиратель, например, Кукиза. Так, ребята, теперь поезд-пожиратель Кукиза. Давайте, поезда-пожиратели... В атаку. Ё-моё, что это в меня прилетело? Ребят, еле-еле просто, понимаете, уклонился. Фух. Это было крайне, ребята, мощно. Ай, больно-больно. Так, давайте, поезда-пожиратели, вперед. Атакуем его. Сожрём этого коммунистического собрата. Ай, ребят. Больно-больно. Меня просто, друзья, разорвало. Нифига себе. Ай, ребят, смотрите, еще кого-то убило. Дарк, ты, походу, последний, а? Или кто последний? Офигеть, смотрите, ребят, оглушило. Смотри, кажется, все же, наверное, смог нанести повреждение. Все-таки, да, ребят, мы смогли его повредить. Смотри, но он регенит. Это называется Советский Союз, да, советская надежность. Как его разнесло, он еще едет. Да. И смотрите, даже еще, ребята, до башни осталось. И он, конечно же, отрегенил. Хорошо, дорогие друзья, давайте мы теперь испытаем поезд-пожиратель Дарка. А, ребят, ранили. Нет. Ну и, ребятки, теперь поезд-пожиратель Дарка. Но давайте я за него поиграю, потому что, ребят, Брикрикс очень-очень крутая, в кавычках, игрушка. Очень здесь все круто настроено, да. И рассинхрона, конечно же, опять же, в кавычках, нету. Он, конечно же, друзья, есть. Мега-мега мощный. Вы сами видели, Дарк стреляет в машины, в итоге стреляет он куда-то в космос. Так, мы его отвлекаем, один идет в обход. То есть ничего. Ах, вы же, блин, коварные какие создания, а. Ха-ха, попадите еще по мне. А так как я, ребята, хост, то... Все идеально работает. Капец, Дарк, ты что за имбу сделал? Ах ты ж. Ребят, смотрите, что мы делаем. Берем вот так вот, наводимся. И просто... На! Разорвал. Минус. Так. Ребята, смотрите. На! Что, серьезно? Ай, тихо. Уклоняемся, друзья, уклоняемся. Капец, конечно, мутанта Дарк, ребята, сделал. Вы видите, по мне даже противники не попадают. Смотри, но! Без шанс. Ребята, это просто жесть. Мне кажется, даже если взять все поезда пожирателей, прокачанные, не прокачанные, эту, ребят, имбу невозможно будет убить. Ох. Ну что, теперь давайте мы, ребята, устроим битвы, каждый сам за себя. Ну давай. Мне кажется, то, что уже понятно, кто сегодня победит, кто, ребят, будет победителем в этой серии. Так, теперь, ребята, битва, каждый сам за себя. Гоу, всех по одной жизни. Так. Нужно, ребят, максимально аккуратненько играть. Противники могут быть где угодно. Так, Дарка, слава богу, я, ребят, не вижу. Так, Дарка, ты слишком широкий? Да, в городе мне сложно есть. Ребят! Тихо! На! Ах ты ша, ранили! Я понял. Кто кого-то? Я уже минус. Меня подловил Кукис, он меня взял, завалил. Хоть не води. Меня же, ребят, видели, разорвало на кусочки. Капец, конечно, имбово было. О, Дарк. Дарк, смотрите, ребята. Так, и... Нифига себе. А я, правда, вниз падаю. Не, держись.
Ты же вроде по идее можешь держаться, нет? Кстати, да. Вадим, давай быстрее, едь к каньону, убей его. Пока он, ребята, находится внизу каньона. О, все, он здесь, он в каньоне. Тихо, не упади. Сейчас, ребят, Дарк вылезет. Готовься, готовься. Так, давай, 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 готовься. Огонь! Да ладно, ребят, вы это видели? Так, 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 так. И... Он, ребят, просто смотрите, да таран берет. Застрял! Но все равно уничтожил. Офигеть, конечно, ребят. Жесткий пояс-пожиратель-паук. Так, ребят, еще один раунд, поехали. Я теперь Кукизу отомщу. О, Вадим, Вадим. Ах ты ж Кукиса, опять там стоишь, а? Так, 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 так. Сейчас мы еще, ребят, Кукиза подловим. А вот и Кукиз. Давай, давай, давай. Но! Ранили его. Есть, ребята. Подловили. А вот я не и... знаю. Вадим, ну, получай, получай. Тихо, тихо. Есть, 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 ребят. Ай, добиваем. Тихо, тихо, кстати, спокойненько. Кто хочет покушать там в каньоне, Вадим валяет. Уничтожаем, друзья, Кукиза. Вроде мы ему все, что уже только можно, повредили. Пушки все добили. Все, уничтожен. Дарк, получается, мы с тобой один на один, да? Ну, если каким-нибудь чудом Вадим выберется из каньона, то не один на один. А, понял. Потому что я им отломал половину лап, но он мог отрегенерировать, а вот как выбираться будет, я правда не знаю. Ну, может, еще выберется. Вадим, давай вылазь. Давай объединяться против Дарка. Я, кажется, ребят, знаю, где Дарк. Так, 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 там, так, где так, падает так, весь город. А, ё-моё. Аккуратненько, аккуратненько. Это что, ребят, за какой-то арт-обстрел? Не, ребят, у Дарка реально прям имба, вы понимаете? Смотрите, ребят, он просто стоит и все разрушает. Ну так. Так. Давай, давай, давай. Огонь, огонь. Есть, ребят, стреляем. Так. Прям, ребят, смотрите, в голову. Ну давай, умри уже. Давай, давай, давай. Огонь, огонь, огонь. Ай, бой, есть. Бой. Да ладно, мы это, ребята, сделали. Так, подождите, нужно добить. Нужно, ребят, добить, добить, добить. Ах ты ша. Ребят, смотрите. На таран. О-о-о-о. Ну как будете искать? Голова-то сейчас сладок. Да я могу. Вижу, вижу. Я быстрее, 5, ребят, хочу голову уничтожить. 4. Три, а, нет, 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 два, нет, 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 нет. Один, она в другом месте. Да я вижу. О, ребят, Розетхрон опять же. У меня голова здесь лежала. Да, да. Хоть коем-то веке он сыграл мне на руку. Так, 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 так. А ты меня вообще видишь, а? Да. Так, тихо, ребята. Правда, стоять пока не знаю, как сейчас. О, хорошо, ребята, Розетхрон работает. Вадим, смотри, выбрался. Давай, Вадим. Еще поезд, поезд. Давай, 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 давай. Нет, нет, нет. На-на-на, получай! Да! Ах ты ж, а, Вадим! А-а-а! Ай, больно! А-а-а, ребят, танкуем, у меня передняя часть очень сильная. Но! Разорвали его. Видите, ребят, немножечко бок только повредили. Шипы. И, ребят, немного тела. Короче, да, ребятки, очень-очень жесткая битва получилась. Но каким-то образом все же я смог затащить. Короче, да, друзья, такая у нас сегодня очень крутая серия вышла. Сегодня мы, ребят, прокачивали поезда-пожиратели, трейн-итеры. Монстры Левицы Блоксати, не Тревора Хендерсона, да, ребят, еще раз повторюсь. С вами были я, Слайкмаз, Дарк и Вадим. Вообще-то, ребят, получается монстры на прокачку. Вообще, ребят, как бы это изначально была рубрика «Лего тачка на прокачку» еще 3 года назад. Ну и на этом мы, друзья, с вами прощаемся. Всем спасибо за просмотр. Всем, друзья, пока-пока-пока. Всего хорошего, народ!